Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне HomeTom S9 Plus сбросить настройки камеры. Разблокируем наш телефон. Далее переходим в камеру. Настройки. И давайте, например, изменим всякие настройки. Включим, например, таймер. Здесь включим все настройки. После чего нажмем по умолчанию и ОК. Снова возвращаемся в настройки. Как вы видите, все вернулось на свои места. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!